Я приехал. Жду на остановке. Не приду, Туфан. Не говори глупости. Я жду тебя. Ну давай, Тюлай, давай. Ну что сделал брат Туфан? Филис, что я могу сделать? Жду Тюлай. Поговорили? Придет? Отлично. Клянусь, не знаю, придет или нет, но я жду. Как это? Ты позвонил? Что там? Знает. Я сказал ей, тогда придет. Никуда не уходи. Филис, придет, не так ли? Конечно, придет. Она не сможет жить без тебя. Не знаю, Филис. Дай Бог. В общем, если что, позвоню тебе. Хорошо. Поговорим. Давай, увидимся. Спасибо большое. Милая, что делали? Вы покушали? Нет, еще не покушали. Почему? В такое время? У мамы болит голова. Пошла спать, а мы ее ждем. Я проголодался. Исмет, минуту. Я хочу есть. Это Исмет? Я голоден. Милая, дай брату Рахмету. Брата Рахмета нет. Он оставил телефон и пошел встретиться с друзьями. Хорошо, подождите, скоро приду. Это сестра? Что говорит? Сейчас придет. Ура! Ура, ты пришла. Добро пожаловать, сестра. Спасибо. Исмет, моя любовь. А почему телевизор горит? Вы сделали домашнее задание? Сестра, пусть закончится, потом выключим, ладно? Нельзя. Давайте. Филис, ты что здесь делаешь? Готовлю ужин детям. Я собиралась приготовить. Когда? В полночь? Дочка, поспала пару минут. Зачем преувеличиваешь? Ты знаешь, что в доме маленькие дети. Они не могут ждать, пока ты проснешься. Хорошо, я все сделаю. Не дам. Дай мне. Не дам, говорю. Это мой дом. Это и моя кухня. Боже мой. Лук я купила. И кастрюлю купила я. И за газ я оплатила. И макароны я купила. А ты что сделала? Поэтому отойди, я приготовлю ужин. Хорошо. Ты права. Ты права, да, правда. Но это не твои дети. Ты им не мама, Фелис.
Ты только сейчас об этом вспомнила? Почему бросила их и ушла? Потому что знала, что могу доверять тебе, что ты справишься с этим. Но я не знала. Я боялась, что не справлюсь. Но справилась. Дай мне приготовить ужин, как и в другие дни. Хорошо. Что мне сделать? Ты сиди, как гости. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.